Так, у нас у каждого своя пищевая программа с утра получилась так. Да, конечно, вон она там. Что ты ешь? Я яичницу с цельных яиц и грудку куриную. Яичница из цельных яиц, грудка куриная. У меня 4 яйца, 2 без желтка, из них то 4 белка, 2 желтка. Это, я не помню сколько грамм, надо посмотреть сейчас по таблице, 100 грамм, значит, макарон приготовленных, отваренных. И грудка тоже 115 грамм. Дочь, у тебя что? У меня хлопья, но я хотела мюсли, Да. банан и йогурт. Ну, то есть нам нужно, понимаете, сейчас углеводы по-любому нужны немножко, потому что мы на тренировку сейчас едем. Там они как раз уйдут все, они как раз, пока мы доберемся, это там 40 минут, мы не раньше там будем. Вот, и получается все нормально. И, конечно, белок, а жир по минимуму. Правда, желтки цельные, ну, ничего страшного. Ну, 102. Вот так вот.